Артем, от окна отошел? Так, а там опять... Все, нет там никого. За компьютером он сел, я сказала. Тебе его зачем купили? В окно пялится? Могу и назад отнести. Сел. Мама, Тоха, быстрее. Что там опять у тебя? Там колобочек катается. На саночках, что ли? На велике. Мама, быстрее. Да блин, Гришка, не хочу я. Мама, скорее, сейчас все уже. Как у нас. Там у него еще открыточка такая. Где-где? Да вон, на колесе. Вань-вань, что бы делать? Мама. Мама. А ты что не собираешься-то? Лежишь. Сейчас. Да таблетки пей сперва. Без таблетки пей сперва.
Я тут обои клеила. Линолеум стелили мне. Постельное все менено. Как сказали. Куклов вон две. Кухню давайте. Идемте. Там красила и мытье. Драила все полностью. С порошками, с содой. Холодильник откройте мне. Тараканы сами ушли. Тогда еще. Сручи, Гришка. Ну, дай. Мама, я удаляю. Листай, там еще есть. Мама, это что? Вот такое. Мама, ненормальный. А ты что еще не одеваешься? Сейчас буду. Будь. Буду. Эй! Таблетки, чтоб выпил. Что? Алло, алло, Леночка Михайловна, привет. Узнала? Я вот что звоню. У меня тут капустина в мамашу заиграла. Ну как, не пьет, ремонт наделала. Да прям мать Тереза вон сидит, эти ее мать. А я знаю, не знаю. Я вот что звоню. Капустиных сможешь сегодня привезти? Да просто чуть ли на колени не встает. А водитель у тебя где? И что делать? Это я тоже не знаю. Да отстань ты, а! Слушай, давай что-нибудь придумаем, а? А что такого-то? Давай на маршрутке. На что? Да что будет? Господи, там полтора часа. Паспортные возьмешь в отдел, телефон оставь мой, да, и мы тут встретим. А мне оно надо? Ну, давай, Леночка Михайловна, не бзди. А мы кому скажем? А ей-то это зачем? Во, другое дело. Ладно. Ну, все, звони, как посадишь. Ага, пока. Жду. Привезут? Привезут, привезут. Спасибо. Может, чаю попьете с пирогом? Ну, чаю так чаю. Не заслюнявила она вас? В чем это у меня штаны завалены?
Я пошла зубы смотреть. Что за зубы? Мужиковские. Нашел. Мама! С корнем такой. Мама, дебил, там кариес. Ну, есть и кариеса чуть-чуть. Оп! Дурак, он заразный! Кариес заразный, дурак! Иди руки мой, ненормальный! Козел, это бумажка была! Эй! Это бумажка была. Ты где? Я все видела, это бумажка. С корнем еще. Если напугаешь, я вообще домой пойду, никуда не поеду. Ты чё, козлина? Смотри. Зуб где? Вот. Смотри вон. Не дай бог что-нибудь сделать. Да смотри ты. Это кто такое? Пингвин. И серьезно, мне не видно отсюда. Дятел. А он не охерел ли дом жрать? Охерел. Ты ничего не попутал, дорогой? Дерево там. Мама, он сюда смотрит. Это ты спугнула. Не ври, у тебя фотает со звуком, потому что... Да ты спугнула, Суми, мама, мама. А у меня он что-то фиалка зацвела не в сезон. Как тоже радуется будто. То все пустая стояла, то он вон что. Как с ума сошла. Не знаете, цветут они в это время или нет? Понятия не имею. Я все поняла. Про что? Про дятла. Ну и что? Там личинки завелись. В стене. И? Он их ел. Мама, я его боюсь. Он такой, как жук-могильщик. Как могилка. Цветной. Еще смотрит и нагло. Чего ты там опять высматриваешь? Ничего. Ну, я отошел, раз ничего. Высматривает, высматривает.
Ты дебил, что ли, или как? Я просто смотрю. Так просто дебилы что-то делают. Нормальные люди зачем-то все делают. Значит, ты дебил. Значит, дебил. Значит, в психушку поедешь. Поеду. Да что мы говорим? Игорь, поди-ка сюда. Игорь! Чё сделал-то? Да чё ты разбушлатился не на шутку? Стоит. Ты уроки сделал? Сделал. А чё ты так с ним разговариваешь? Как я разговариваю? На «ре»! Я просто сказал, что сделал. И всё. Не всё! Засел тут как бабай, не выйдет, не поговорит. Чё мы тебе сделали-то? Пяльца в это окно. Я тебе его заколочу, к ядрень фень, будешь знать. Всё ему не так, всё ему не этак. Паскуда ж хер, урод. Слышь, говнючин, ты хорей уже тут срать в атмосферу. Я же молчу, потом голову тебе возьму и отверну, как лампочку. Понял? Приехали такие. Ненормальные. Ну чё? Пошли, чё? Или домой? Пошли. Поняла, Леночка Михайловна. Да. 137. Да. Спасибо тебе. С меня шоколадка. Да. Через 1:20 выйдем на остановку. Да иди ты в баню со своей баней. Я домой пойду, поеду вернее. А еще что посоветуешь? Ты озабоченная дурында. О душе пора думать, а она... Ты все как мокрощелка. Благословен Бог наш, всегда ныне пресный, во веки веков. Аминь. Миром Господу помолимся, Господи помилуй. О свышнем мире и спасении душ наших Господу помолимся, Господи помилуй. О мире всех мире, в благостоянии, в Святом Божьей Церкви, о соединении всех Господу помолимся, Господи помилуй. О священном храме всем, с верою и благоговением, и страхом Божьим, входящим в Господу помолимся, Господи помилуй. О благохранимой стране нашей, и властях, и воинстве я, Господи, помолимся, Господи, помилуй. О граде всем, великом граде и стране нашей, о веру живущих в них, Господи, помолимся, Господи, помилуй. О благословении воздухов и изобилии плодов земных и времени мирных, Господу, помолимся, Господи, помилуй. О плавающих, путешествующих, негодующих, страдающих, плененных и спасении Господу помолимся, Господи помилуй, о избавлении их,
от всякие скорби, гневы и нужды Господу помолимся. Господи, помилуй. О рабе Божий Антонии, рабе Божий Ольге, ныне обручающихся друг другу, и о спасении Господу помолимся. Господи, помилуй. Боже, Боже наш, пришедший в Кане Галилейской, тамошний брак благословил. Благослови рабы твои сия, твоим промыслом, и общению брака сочетался. Благослови их исходы и исходы, умножи во благих животных, восприми венцы их во царстве твоем, не скверны, не порочны, не наветны, соблюдай во веки веков. Аминь. Отец, Сын и Святый Дух, все святая, единосущная, живоначальная Троица, единое Божество и Царство, да благословит вас и да подаст вам долгожитие, благочадие, преспияние живота и веры, да исполнит вас всех сущих на земле благих и да сподобит вас обещанных благ восприятий молитвами Святой Богородицы и всех святых. Аминь. Сашка у меня когда умер, я тут и растерялась сразу. Сижу, выпью вечером спица. Так маюсь, как зуб болит. Хожу, ничего делать не могу. А он у меня в вахте наработал. Иногда думала, что на вахте, когда выпьешь. Так он там где-то на вахте и остался. Тело не нашли. Ходила к гадалке. Нет живых, говорит. Похоронить нечего было. Потом уж не заметила, как компании зашастали. Посуду не мою, девки голодные, грязь. Да знаю я все, мы же у вас были много раз. Вот. А когда прав-то лишать пришли? Ну, прав вас пока никто не лишал, допустим. Ну, тогда, когда. Тут-то я и села, как говорится. Сижу, а во мне двое. Друг с другом спорят, что ли. Одному выпить давай, а другой детей выручать думает, как. Ну, первый переспорил. Сходила за бутылкой, да так. Через неделю только. Забеспокоилась. Пошла в ихнюю комнату. А там две постельки серенькие, как мумии, скомканные. Я как заору. И на улицу бежать. Девок угробила. Думала даже, что засохли они. А соседи говорят, что у вас. Пошла домой. Постельки потрогать боюсь. Потом, как там себе по носу кулаком. До крови. И к вам побежала. Вовремя побежали. Я вот вам не говорила, а там, между прочим, уже усыновители приглядывались. Сюда бы дождались вот. Это что еще такое? Все они перед глазами стоят. Лежат рядышком. Ручки-ножки вытянули. Тоненькие обе. Головки маленькие, как луковки. А в тарелке палочки от яблок. Так, все, сейчас приедут. И ручки, и ножки на месте, и толстенькие поди. Вон и собаку растравили. Надка! Тихо! А, как же слышит она вас? Вы смотрите, наверное, мы вам мешаем. Кончилось уже. Thank you.
Нифига себе, да? Да. Съездили такие, навенчались. Да вообще. Ненормальные. Зато теперь дальше уже не страшно. А мне страшно наоборот. Дятел еще этот забыть не могу. Нафига ты его увидел только? Сидит такая скотина цветная. Правильно ты сказал, как могилка. Эти, да? Пьем. Нальешь, братан, чуток? Стакан неси, нальем. А у тебя что, типа адвокат, да? Я у тебя типа прокурор. Я что, подошел к врачу? Не подгонишь, братан, 10 рублей? Слушай, а ты уже надоел. Да мне похавать купить. 2 дня уже в пути. К матери еду. Без воды, без еды. Как верблюд, да? У меня матери, прикинь, 65. На. Поздно родила. Слышь, братан, так-то вообще пацан нормальный. Телка ролевая. Обращайся, если что. Ты меня выручил, я тебя выручу. Обои к нам клеить приходи. Ладно, потыкал я. Вещи там оставил. Не буду вам мешать. Не болей. Вот это упырек. Хрестоматийный. Хоть ножик из кармана не вынул. И то ладно. Да так-то вроде спокойный. Повеселил хоть за полтяж. Да ладно, короче. Не пили еще. Давай. Ну чё? Поздравляю. Поздравляю. Братан, если не впадло, рюкзак надеть помоги. А чё там нет никого? Да вагон пустой. У меня остановка сейчас. Помоги. Сюда неси. Да блин, там между вагонами. Да ладно. Запоздал. Из последнего вагона вдруг посыпался горох. Bitch!
Помогите! Люди! 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 Вышел дворник, все подвел и поставил стол. Сел и стал писать письмо. Дорогие дочки, дочки, я купил для вас цветочки. Что с ним такое? А я что, знаешь, что ли? Заткнись! 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 Крепче держите его. Что делаешь, коза? Специально. Он изводит. Ты что делаешь? Заткнись, щенок! Вы с молодым человеком были? Да. На лекарства непереносимость какие? Чё? Аллергия у него есть? Не знаю, нет. Так есть или не знаю? Нет. Гепатит, ВИЧ? Нет. Фамилия у вас как? Гришина. Здесь ждать будете? Есть. Чё есть? ВИЧ. А чё молчите? Я не молчу. Галя! Пациентик-то спидовый оказался, говорят. Не спидовый. А какой? У нас тут у всех дети, между прочим. Сразу такое надо говорить. Детсад. Галя, сюда иди. Что скажу? Там ждите, сказано. Я наврала. Там ждите. Я наврала. Ну вы что, русским языком не понимаете? Хотите, чтобы вас на улицу выставили? Здесь режим, между прочим. Я наврала. Да никто ему ни в чем не откажет. Успокойся. А ты куда? Туда курить. Заколебали уже. Что, нельзя, что ли? Да можно. Иди. Твой там, да? Ага. Сказали, все нормально будет. Я врача видел. Врач хороший. Повезло, что его смена. Тут еще другой есть. Тут вообще приторможенный на всю голову. Очкастая вещь ничего не гонит. Ее даже не слушай. Что случилось-то? Грабили. Пипец, как у нас грабят. Я вот на машине покатался. Не совсем удачно. Ага. Что взяли-то? Телефон и шапки. Там, кажись, к тебе. Вам, наверное, вот она нужна. А она кто? Грабили которых. Ваш, что ли? Угу. Говорили, мужик вроде. Или кто? Она с ним. Ну, пойдемте, что ли, попишем. Вон, на кушеточку. А рука у вас чего? Об стекло. Где взяли-то? Бутылку, что ли, пили? Нет. А пахнет от кого? От меня, что ли? Это вино. А вино безалкогольное было, да? Да вы садитесь.
А ты кто таков? Я тут лежу. А с виду стоишь. Чё? Иди, говорю, лежи, без тебя разберемся. Сань, а я нужен? Иди у врача, тяжесть узнай. Думаешь, ты с ним поговорить уже можно? С кем? С потерпевшим. И справочку пусть сразу напишут. Какую? Да что ты, дебил? О повреждениях. Так бы сразу сказал. Чего орать-то? Повреждения средней тяжести. А ты осматривал? Врачи сказали. А-а-а. Ну так я тебе повестку пришлю, придешь и расскажешь. Мне дней через 10 только выпишут. Плохо что? Следствие встанет. Так, ладно. Давайте с вами. Я такая-то, тогда-то, с тем-то. Руку об стекло в электричке порезала. И про это тоже. Надо, надо, надо. Ты чего такая? Все уже. Едут твои хозяйки. Будут тебя за Женю по двору таскать. Так не обрадуешься. Чего ты, дождь? Ой, трусиха. Чего боишься? Чего меня послал? Он же умер. Thank you.
Да, Галенька, да. Пару у них из тепла, потому что нормально это. Так вы что, дышит же? Это не дышит, Галь. Пары-то у них. Так вы что делаете? Вы тут же вы хороните. Галя. Ничего себе, закон у них. Сперва детей забирают, потом живыми хоронят. Галя. Не надо меня трогать. Не хотите детей отдавать? Пусть они в детдоме живут. Или пусть их удочерит, кто у меня, вон куклы лежат. Хоть бабу дарить дали. Нет, они вон что придумали. Живыми хоронят. Все. Подстроили все, главное. Авария. Какая авария? Уколов им наделали, чтобы не просыпались. А я что, дура, что ли? Что вы за дуру-то держите, а? Галя, все. Как испугались-то. Правильно, бойтесь. Я сейчас до президента дойду. Всю вашу лавочку пересажу. Они тут живыми хоронят, а? Ни в одной стране такого нет. Чем кололи девок, а? Мужики, ну сделайте что-нибудь истерик. Кололи чем? А? Лицо он еще посекли. Я сразу поняла. Маргарин давали. Подкупили всех. Главное, живыми хоронят, а? Хоть бахны им, а? Совесть-то у вас есть, а? Чем кололи их, а? Чем кололи девок моих? Чем кололи? Ну все, сейчас она пару часов такая будет. А потом валерьяночки лерила о нем, если найдете. Угу. Или опять вызывайте у Коли. Спасибо вам. Угу. Покушать не пойдете? Нет, нет, ехать надо. А, это да. Галя. Галь, ты как себя чувствуешь? Лучше? Покушать пойдем помянуть? А развязать ее можно? Можно. До свидания. Угу. Галя, я тебя сейчас развяжу, ладно? Штаны и натяни. Ну чего ты как полоротая? Покушать пойдем? Это тебе нельзя, Галюша. Вот пирожка. Будешь с киселем? Вот. Вот, помяни. И они там с нами покушают. Голодные, пойди уже. Пирожок хороший. Thank you.
Посмотрим. И второй тоже самое. Поэтому неважно. Сюда, сюда. Я не люблю. Чистые пристрелы по своей. Не узнать надо. Спрашивайте. Любить-то зачем? Что? Любят зачем? Все равно же заберут. Кого заберут? Кого надо, заберут. В армию, что ли, забирают, он сказал? Ага. Ну так вернется. Разлука — это испытание тоже. А вы пока можете? Приходите, почитаю за здравие, сами молитесь. Мне другое. Что другое? Отпеть меня надо. Что? Отпеть меня надо, сможете? Может, покрестить? Отпеть. Покойников отпевают, а живых? Какая вам? Живая. Или нет? А если или нет, что, не видно? Что выпьешь, видно. Это мое дело.
Ваш согласен, только у меня тоже нет желания вам пьяно что-то объяснять. Приходите завтра на службу. Поговорим. Ничего объяснять не надо, отпойте и все. Как вы себе это представляете? Я могу гроб купить. Бред какой-то. Идите домой. Это ты виноват. Свечки китайские продал. Нормально не тухнут. Понял? Понял? Thank you.
Галя. Галь. Да. Мне дежурить надо на смену. Я тебе Томку оставлю. Пусть тоже идет. Это нет. Я одна хочу. Нет. Или к нам пошли. Не хочу. Тогда Томка здесь будет. Там осталось еще вспоминок. Я к себе побоялась. Мой найдет, выжрет. И ты тоже не трогай. На 9 дней пусть. А пироги с котлетами ешьте с Томкой. Опаздываю уже я. Ты смотри, проворонишь, убью, поняла? Мамка сказала, нельзя. Мамка меня убьет. Я тебя убью. Замерзнут они. Thank you.
раньше надо было думать, когда придумывал все это. Вот такое. Сам знаешь, какое. Так если у тебя руки и жопы растут, туда и иди. А я тебе ничем помочь не могу. Все, иди в жопу, слышал? Не дай бог, ты еще в моей жизни попадешься, вешайся сразу. Все, я тебя не слушаю больше. Не слушай. Не слушай. Не слушай. Что-то тут как-то все хитро. Рыли, рыли, не дорыли, отпередите. А? Что-то ты темнишь, Галькина. Темнишь по полной. Делись золотом. Каким золотом? Там у тебя золото, я знаю, там. Я сейчас сам возьму. Документы там, Эдик. Мне похеру, документ там или золото. Я сейчас все себе возьму. Нельзя к ним, Эдик. Кому? К этим? Да я этим пол в кошку вобью. Чё, козлина?
Спиртом пахнет. Пила уже не знаю сколько. И позвонить не мог. Телефон забрали же. С дятлом? С дятлом. Полон шопу. Окно из-за тебя выбило еще. Давай его пока одеялом заделаем. Заделаем. Зубы выбиты. Я знаю.
Мама, я же в ту церковь ездила еще. Батюшку выцепила. Несла ему что-то бухая. Толкалась вроде. Прикинь. У меня такое ощущение, что ты мне изменил. Все такое другое, странное. По-другому все. Раньше, когда похороны Тита видела, даже во дворе у нас, вообще по барабану. Только интересно, кто умер, чё умер. А там у кого-то мир рухнул. Всё изменилось. Навсегда. Нельзя умирать. Понял, козлина? Нельзя. Мы такие все в бинтах, как... Спишь, что ли? Жива. Каждый день его сдушить хотела. Такое чувство. Такое беспонтовое такое. Этот такой же растет. Безмолвный ходячий. А ты его еще защищаешь. Ну ты что, Игорь? Вы что сегодня все? Сговорились, что ли? Одни обломы устраиваете. Ну, бывает. Да иди ты в жопу. Как здорово! А сейчас спой мне песенку, а потом...
как оно? Расшикарненько. Вот, смотрю, ломбард снесен. Копытца-то не мерзнут. Отвечаем. Дома гордые, я смотрю. Что ж прикатились-то, раз гордые? Квартирку высиживаем? Так гордый вроде зубной щеткой уходит, а? Сын. Сын. Японная мать. Да это дочь какая-то растет, а не сын. Забрать хочешь? А куда поведешь-то? На садовый участок себе? Сын. Чего ж ты не сынул, когда последнего автомат-то спускал, а? Не наспускал там себе сынуль-то? Не наспускал? А мне вот наспускали. Можем с тобой поделиться. Вот тебе и сын, вот тебе и дочь. Ничего, что не твои-то? Так и это не твой. Мой. Это кто это тебе сказал-то? Я знаю. Плохо ты знаешь. Игорь он. Мой. Игоря. Мой. Игоря. Мой. Игоря. Мой. Не беси меня, сука, я и так сегодня за тебя не кончил. Встал и покатился. 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 Ты чё, чмо? Я от тебя руку всё уже отбила. А хочешь, я тебе кое-что сейчас сделаю, а? Хочешь, мордатенький? Сиди здесь. Ключи где? Ключи где он Артем забрал? Как забрал? Ключи твои где? Галя! Галя! Галя, есть ты? Галя! Ты что наделала, Галя? Галя! Галя, есть ты или нет? Галя, я уже знаю! Галя! Галя, ты что наделала? Нет ее там. А санки вон. И что санки? Она же с санками пошла. Пошла. Тебе что верено было? Так она... Она. Галя! Галя, Галь, ты что наделала, а? Не орите, не одите тут.
Ты зачем девок вырыла? Уходи. Галя, ты же Шаргунову всю голову проломила, в больницу он. Уходите. Галя, милиция сейчас приедет. Уходите, никому не отдам. Да побойся Бога, Галя, грех это. Не отдам. Тебе укол надо. Я скорую сейчас еще вызову. Уходите. Мои они. Мои они. Вот беда. Совсем чеканулась. Мои они. Звонить пошли. Все это. Пошли. Я газ пущу. Все, я готов. Че ты готов? Ехать искать. А я не готова. Курю, не видишь? Кури.
Алиса, Галя, все нормально у тебя? Врачей, Галя, впусти. Врачи, Галя, приехали. Уходите, я газ пустила. Они только уколют и уедут. И милиция. Я газ пустила. Никто их у тебя не заберет. Галя, я договорилась. Уже забрали. Врачей только пусти и все. Или давай я уколю, а, Галя? У меня спички есть. Спички пока не надо, Галя. Я сейчас их прогоню. Я договорилась, они сейчас уедут. Начальству доложат и поедут. Галька, не борзи! Мы по-доброму, Галя! Я сейчас дверь сломаю, просто тебя отдубашу! Смотри, что наделала! Галька! Уходите. Уходите, уходите, уходите. 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 Антоха. Не идти надо. Денег надо в банке снять на похороны. Матери твоей еще позвонить надо. Доказывать все надо. Thank you.
Надо было ему не говорить, наверное. Он потом не простил меня. Он и так думает, что я виновата. А он из-за долгов. У него долгов, оказывается, по 300 тысяч было. В автоматы играл. Ладно, пойду я, держитесь. Пошел, Гата утопился. А нам живи с этим. Что бы мне отдали, что ли? Вы к специалисту-то идите завтра. Пойдем, куда мы денемся. К бабкам, я еще знаю, ходят, заговаривают, которые ворожат. До свидания. Да.